Настоящие чудеса происходили на сцене театра «Кузнечик» во время спектакля «Серая шейка». История о маленькой уточке, которая из-за раненого крыла стала зимовать одна на озере, знакома всем по сказке «Мамина сибиряка». За интерпретацией режиссера-постановщика Андрея Абрамова с удовольствием наблюдали не только юные, но и совсем взрослые зрители. Спектакль камерный, маленький, трогательный. И вот с художником придумали валенных кукол, которых приятно трогать руками. И он трогательный получился и в прямом, и в переносном смысле. Когда дети трогают зайчиков и играют с ними, это всем приятно и всем радостно. Взяв за основу известную сказку, режиссер подал ее зрителю в неожиданной форме. Повествователями истории стали два веселых охотника, которые любят вспоминать на привале интересные случаи из охотничьей жизни. Мы придумали охотников, которые рассказывают эту историю. У маминого сибиряка нет никаких охотников. Мы немножко усилили взаимодействие зайца и серой шейки. Там тоже зайца было мало-мало. А мы придумали, что вот они сильно подружились и друг друга спасают. Мультимедийное сопровождение и размещение зрителей рядом со сценой создают неповторимый эффект полной включенности в происходящее. Особый шарм спектаклю придает взаимодействие зрителей с актерами-куклами, которых свалял из шерсти художник Андрей Лукомский. По его признанию, зрители настолько сильно влюбляются в вальных героев, что после спектакля не хотят с ними расставаться. Тут есть возможность прикоснуться, поддержать, ну, помочь в беде страждущим. И как раз эту роль выполняли зайцы. Вот как раз вот они валены, и дети могут мало того, что присоединиться к переживаниям, ну, так усиливается сопереживание героям. Фактически они помогают. И, разумеется, чтобы помимо эмоционального соприкосновения было тактильное соприкосновение. В постановке сохранились все герои произведения: уточка, серая шейка, мудрый селезень, храбрый зайчишка. После спектакля зрители сделали памятные фотографии с героями спектакля, сказочными животными из войлока. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».